Прага пытается отвоевать звание популярнейшего новогоднего курорта. Долгие годы чешская столица была в лидерах среди туристов, однако в последнее время стала терять почетное звание. Турагентствам пришлось в кратчайшие сроки менять политику компании, чтобы не потерять путешественников. Так уже на сегодня все новогодние туры в Прагу раскуплены, а в гостиницах остались считанные места. Насколько зимний сезон будет горячим в преддверии Рождества, из Чехии материал нашего корреспондента. Про таких, как Сергей, говорят, спокойная жизнь не для него. По признанию парня, в среднем 95 дней он проводит дома, остальные в путешествиях. Во всей пестрой туристической географии неизменным для молодого человека остается лишь канун Нового года. С 2005-го Сергей встречал праздник исключительно в Праге. Коррективы пришлось нести несколько лет назад, когда чешская столица стала популярным и среди других туристов. В 2019-м парень учел прошлые ошибки и посетил Чехию задолго до боя курантов. Приехал заранее, потому что пару лет назад поздно спохватился и провел Новый год дома, потому что не было возможности приехать. Все было раскуплено. В принципе, отпуск и отдых здесь достаточно бюджетный. Это все-таки не Соединенные Штаты Америки. И для самостоятельного отдыха с планированным маршрутом больших средств не потребуется. Обычно в преддверии Нового года сама Прага становится европейской праздничной столицей. Сюда съезжаются тысячи иностранцев, а билеты бронируются за месяцы. И лишь в прошлом году местные турагентства заметили обратную тенденцию. Причина – запуск льготных тарифов австрийскими и скандинавскими туроператорами. Тысячи вчерашних завсегдатаев в предновогодней Праге переехали на каникулы в Вену или Стокгольм. По некоторым данным, число путевок в направлении чешской столицы в 2018 году снизилось на 37%. Показатели более чем пугающие. Дабы вернуть былую популярность, местным менеджерам пришлось проводить целую рекламную кампанию по популяризации отдыха в Чехии, а также вводить бонусы для отдыха. В этом году, как никогда, у нас огромный ажиотаж, билетов почти не осталось, потому что наше турагентство предоставляет очень большие скидки, до 20% на различные туры, в том числе и в Прагу, а также в множество других городов в Чехии. Сейчас многие авиакомпании запускают дополнительные рейсы в связи с ажиотажем в честь Рождества и Нового года. Очень много автобусов сейчас, в том числе через турагентство. Вы можете приобрести не только готовый тур, но и просто трансфер из вашего города. Проблема, которая еще требует решения, нехватка мест в гостиницах. Большинство номеров забронированы на весь рождественский уикенд. В планах градоначальников открытие в начале декабря нескольких новых хостелов, а также переоборудование под отели студенческих общежитий. Парадокс, но даже на эти места отдыха, существующие пока лишь на бумаге, уже началась предварительная бронь. Надежда Дрейгл, Дмитрий Лукша и Вадим Чех. Хабар 24, Прага, Чехия.